Друзья мои, я прямо сейчас решил сделать парочку выводов, и почему бы не начать ролик именно с этой ноты. Всем еще раз привет, меня зовут Бог, и в общем-то я сейчас потихонечку уже вывожу скины. Смотрите, успел вывести вот такой вот глок за 3,5, азимов за 6, калашек, ну короче уже 1015, и думаю дальше что-то выводить, смотрите. Ну, возможно выведу в конце ролика, давайте посмотрим. Ну а прямо сейчас вы на своих глазах, друзья мои, видите 3 лучших победителей. И давайте уже с головой полностью окунемся в новый ролик. Это сайт Hellstor, меня зовут Бог, и давайте-ка, знаете что, наберем 1000 лайков к этому видео, я выпущу продолжение. Но если именно ты хочешь попасть в новый видосик, тогда просто спускайся в комментарий и пиши свой хвалебный отзыв. Но именно тебе, дружище, я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, ну а мы погнали смотреть видос. И конечно же, начнем видос с моей партнерской программы, пацаны. Будет совершенно другой код, он будет секретный в описании, но вводя его в эту вкладочку, ты получаешь $2 абсолютно бесплатно на свой баланс. Так что пользуйся, в описании будет халява. Ну а теперь у нас есть 3 режима игры, у меня $1430, и я готов убивать, я готов разрывать и готов показывать вам всю прелесть больших ставок на Hellstory. Я знаю, вы любите эту рубрику, но ее довольно-таки тяжело снимать, потому что нужен существенный баланс, и к сожалению, у меня не всегда это удается. Но сегодня день исключения, ведь он у меня есть, и поэтому мы будем делать контент. Давайте купим еще какие-то скины. Супер, прям очень дорого я не вижу смысла, потому что сейчас еще и день, но народу не так уж прям, чтобы много. Возьмем такие расходные ставки, которые, между прочим, тоже довольно-таки прилично стоят, да? Но в целом для нас это сегодня не так уж и много. Поэтому берем и просто влетаем на хелик. Попытаемся сейчас забрать, пацаны, бабок. Вы, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну и, возможно, именно ты поможешь ускорить выход нового видоса, дружище. Поэтому давай как-нибудь вот так вот прилично. 43%. Сейчас будем потихонечку у пацанчиков отжимать их бабки. И цель, конечно, сегодня, пацаны, это $2000. Поэтому надеюсь, мы к ней придем довольно-таки быстро. И это изи вин. Хорошо. Слушай, ну вот когда большой баланс, и как-то отжимать легче скины. Не знаю, замечали вы или нет, когда у тебя много баланса, ты хочешь как-то вот по-другому играть. Как-то более смело, и оно как бы иногда и получается так. Поэтому давай вот попробуем еще что-нибудь апнуть. Может быть, вот этот ножик. Блин, не знаю, как-нибудь его... Давай, пацаны, риски! Я знаю, что это жестко, да... Что ж ты такое? Ладно, ладно. У нас еще есть $1000 плюс 360 на балансе. Это приятно. Но хочется больших ставок. Хочется действительно мощного контента, который вы все заслуживаете, друзья мои. Давай, Хелик. Ну, слушай, в прошлый раз нам повезло. Почему нет? Мы забрали нормальную такую сумму. Но не так уж и много, конечно. Сейчас ножик вот проиграли, уже обидно стало. Вау! Стой, это я люблю. $453. Я в конец успел поставить калаш за $200. И, блин, что-то невероятное, пацаны, происходит. Потому что мы сейчас можем как-то просрать бабки очень легко. И мы это и делаем. Я не знаю. Ну, почему? Ну, почему так, Хел? Ну, мы же нормально общались. Уже $400 проиграл. Ну, так не делается же, а. Вот уже, пацаны, неприятно становится. Давай этот ножик дважды. 44%. Дай, блин, не, ну, я не знаю, друзья мои, что-то пока не пошло. Может быть, конечно, мой лимит везения исчерпан, но хрен его знает. Ладно, я ставлю нож в начало, нет, не нож, вот это вот, так, тихо, главное все не выбрать. Ставлю вот этот вот скинчик, SG-бульдозер, и воу-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 воу, что за ставки, что за звери? Блин, ну, это жестко, я ставлю ножик, наконец-то жесткие ставки, но хочется, ребят, как-то все равно выиграть что-то хотя бы, потому что, блин, ну, страшно, можем вообще, как бы, это, все сразу слить, и будет, блин, у меня счастье, как говорится. $422, у меня 44%, я надеюсь, что эту ставку нам удастся забрать. Ну, давай, у меня хорошее предчувствие. Ну ты чё? Ну блин, ну я не знаю, ребята, ну почему не вообще? Вообще просто не дает мне забрать сайт. Я попытаюсь еще. Я буду пробовать, пацаны, ой, пофигу, пофигу. Просто играем до конца, играем до последнего, до жесткой победы. Нас сегодня ничего не остановит. Берем вот так вот тоже. И вот как-то инвент вот такой слепили. Хотя давай еще вообще на максимум возьмем просто вот то, что баланс позволяет взять, да, и вот такие скины будем по тихой грусти ставить. Я бы, наверное, еще вот такой скин купил бы себе. Не, на такой нам не хватает, к сожалению. Ну, давай вот так просто. Что это такое? Что это за ставки? Я не знаю, это вроде такие небольшие бабки, но я уже столько проиграл. Давай, Hellstor, $235 в банк, у меня 48%, ну, хотя бы эту ставку. Это немного, но, блин, вот ее мы должны, да?
Да, ну хоть йота мы забираем. Ура, ура, Хеллстор. Спасибо, братик. Ну, конечно, пока что в минусе, пацаны, но я сам тоже виноват. Много лихачил, скажем так, много делал всякой такой неопознанной, неосознанной фигни. Поэтому сейчас будем как-то это более-менее все исправлять. Вот ЦЗшку как раз-таки авто, опа, вот сюда. Можно, пока это все дело идет, и мы ждем апгрейд чисто на полтинчик. Полтинчик баксов, который у нас изи проходит. И все, вот на морали, чисто, пацаны, на морали играем сегодня. Вот так вот, и ждем, ждем топ ставки, потому что они явно сегодня, блин, будут. Чуваки, у меня столько бабок отжали, что пора бы уже мне их вернуть обратно. Я готов дальше сражаться. Ну вы чё? Ну что это за 72% шанс? Хеллстор, ты рофлишь? Какие 72%? Нафига они мне нужны? Не, братик, завязывай, это что такое? Я еще проиграть могу? Типа, ну ладно, окей, хотя бы не проиграл. Давай попробуем вот так вот, вот так вот. И мы сейчас уверенно делаем этот ножик. Давай, пожалуйста. Да иди ты нахрен, это так не работает, я не знаю. Так, ну здесь такая себе ставка, небольшая. Давай, давай, может быть. 180, 118. Вот 118 баксов, нормально. Вот сюда вступаем. Два ножа на вахе. По-моему, отличная перспектива для того, чтобы немножечко стать богаче. Одни перчатки Вэлворн против двух на вах найф. Поехали, поехали. Ну, давай, давай. Контртеррорист Вин. Пих-то ты. Я не знаю, ну как вот так быть, пацаны? Жесткий. Ну, блин, не знаю, справедливый ли ролик. Вы сами видите, то что, ну, это жестко. Это просто жестко, я не знаю. Давай последнюю ставку сделаем и посмотрим, что с этим косарем баксов будет уже в следующем ролике. Потому что, ребята, всирать все за один ролик я тоже не очень хочу. Поэтому давай, скидываемся по лайкусику. Мы сейчас сделаем финальную ставочку. Если прокнет, еще поставим. Если нет, ну, будем по тихой грусти завершаться. Я и так думаю, что ролик получился довольно-таки рискованный. Немножко даже в начале скинов повыводили. Но хочу, короче, $2000, пацаны. Масштабная цель просто. Величайшая цель, которую срочно, вот категорически надо выполнить. Это вот вообще не обсуждается. И я надеюсь, сайт Hellstore даст мне такую возможность. Что за $72 бан, из которых 67 мои? Да это рофл, я хоть игл... Да, я хотя бы его выиграл. Короче, делаем апгрейд. Сейчас, если апгрейд проходит, скайп, давай. Ну, я надеюсь, вот он должен пройти. Бля, это ты рофлишь. Не, пацаны, это надо завершать, потому что идет тотально анальный просто слив, я хер его знает. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и пока-пока.